У 2017 році в Україні стартувала чергова пенсійна реформа. Були спроби реформувати і раніше, але очікуваного зростання рівня пенсій вони не принесли. Теперішнє реформування – це впровадження трирівневого пенсійного забезпечення. На сьогодні у нас працює солідарна система плюс накопичувальне страхування. Перша частина – солідарна, я нагадаю, це та, що фінансується за рахунок податків працюючого населення, приносить пенсіонерам пенсію у 1435 гривень. Накопичувальні ж пенсії на сьогодні залишаються нереалізованим сегментом. Хоча за планами уряду добровільне накопичувальне пенсійне страхування має стати черговим етапом у реформі. Саме про цю частину реформи сьогодні поговоримо із гостем студії Андрій Мудрієвський, фахівець із питань накопичувального страхування. Добрий вечір нашому гостю. І так. Добрий вечір. Накопительное, добровольное, накопительное пенсионное страхование. Что это такое? И я уже сказала, что этот сегмент в Украине пока еще не очень реализован. Почему? Украина стоит, наверное, на таком сейчас отрезке своего пути развития, когда эта тема становится чрезвычайно важной. Перед тем, как я напрямую отвечу на ваш вопрос, дам определение накопительному страхованию, да, я хотел бы сказать, вот почему это явление на сегодня является чрезвычайно важным для Украины. Мы все были свидетелями старта пенсионной реформы, которая прошла в прошлом году. Да? Мы увидели ее первые какие-то результаты. То есть если у кого-то и были какие-то ожидания, какие-то мысли, что это что-то принесет реальное, какое-то облегчение для украинских пенсионеров, для пожилых людей, проживающих в нашей стране, то, конечно же, мы увидели полное разочарование. Нужно там 30 лет страхового стажа, чтобы получать потом копейки. У всех сейчас, я думаю, у всех уже понимание есть, что, к сожалению, кроме как на себя, надеяться на некого. Солидарная система изжила себя давно. Те потуги, которые есть у государства, понятно, оно должно нести социальную функцию, чтобы предотвратить социальный взрыв, но на сегодня государство просто не в состоянии обеспечить достойную жизнь для пожилых людей. Именно поэтому само понятие накопительного страхования жизни или накопительного пенсионного страхования выходит на первый план просто как решение, как панацея от этой ситуации. Итак, что же такое тогда накопительное страхование? Накопительное страхование – это такой вид инвестирования средств, при котором гарантированно, вот что бы ни случилось, гарантированно, а эти компании, которые мы представляем 150-200 лет, то есть это не то, что там однодневки, да, гарантированно человек, который является держателем полиса, получает сумму очень приумноженную, значительно приумноженную к какому-то моменту, обозначенному в договоре. Мы рекомендуем, так как сама эта идея родом из Запада. Да, собственно, на Западе все так и получают пенсии. Да? Солидарной системы практически она, не если работает. Осталась, то она вот небольшой, совсем небольшой процент из того, на что живет этот пожилой человек на Западе. Не да. весь доход. Абсолютно не весь его доход. Да. То есть где-то в каких-то странах совсем мало, в каких-то чуть больше. Понятно, в зависимости от экономического состояния страны и от соотношения пенсионеров и работающих. Потому что, напомним, да, что пенсионная система основана на солидарной основе, на солидарной системе, она как раз о том, что те, кто работают, платят налоги и наполняют пенсионный фонд той страны, где выплачивается. Если в Украине количество работающих уже меньше, чем количество пенсионеров, плюс все... Обеспечивать постепенно нечем. Становится да. некому да. и нечем. Нечем. Государство вынуждено, чтобы, опять-таки, я говорю, предотвратить социальный взрыв, вынуждено отщипывать от других направлений. Разве нам не нужны деньги на оборонку? Разве нам не нужны деньги на развитие образования, науки, исследований и так дальше? Но это первостепенно. Сделать так, чтобы не вымерли просто пожилые люди. Но мы же видим, что их жизнь далека от идеала. Так вот, накопительное страхование жизни призвано к какому-то моменту. Это заключается договор. И на Западе люди делают хотя бы на 15, на 20, на 25, а лучше 30 лет. Вот за это время, инвестируя какую-то абсолютно понятную сумму, которая не превышает твоих, там, скажем, 10% твоего ежемесячного дохода, на выходе, благодаря сложному проценту, мы получаем очень существенную сумму. И многолетнему сроку, да, да? Вот то, что да. это много лет. И совершенно верно. Гораздо лучше влияет на конечную сумму, именно не сумма твоего ежемесячного или ежегодного взноса, а количество лет в программе. Потому что сложный процент начинает делать чудеса на 20-м, 25-м, 30-м году. И вот
человек уже готов выйти в период отдыха, а не пенсии, а не выживания, как в нашей стране. И в руках у него хороший, достойный капитал, с помощью которого он уже, конечно, ведет достойную жизнь. Это первая часть, это самая важная часть, да? Но есть еще вторая часть в страховании. Если человек не дожил по каким-то причинам, то его семья, или правильнее сказать, выгодоприобретатели, получают очень ощутимую финансовую поддержку, если человек не дожил до того срока, который был обозначен договором. То есть эти деньги никуда не пропадают, они достаются, как говорится, да, тем, кому нужно, кому захотел этот человек. Это беспроигрышный вариант, тут нет проигравших. Почему в Украине не работает эта система? Сегодня государство Украина уже признает, я не способна само платить нужные средства для содержания людей старшего возраста. Вступайте, накапливайте, заключайте договор. Почему не работает в Украине? Почему этот сегмент до сих пор не реализован? Лен, я думаю, что дело в традициях. Для того, чтобы традиции стали традициями или какие-то новые явления стали традициями, должно пройти какое-то время. Я искренне верю в Украину, в ее народ, в разумность этого народа. На сегодняшний день государство не просто готово сказать, что возьми, это классно. Государство для тех, кто официально трудится, Лен, я знаю, что ты аналогично уже об этом информировала нас, человек ежегодно 18% от суммы своего полиса в виде налоговой скидки получает назад. Можно вернуть. Да. И у тебя это прекрасно получилось, я знаю. Вот. Поэтому государство очень стимулирует украинцев. Но пройдет некоторое время. Людей часто обманывали. Люди обжигались. Собственно, само же государство сделало все для того, чтобы ему же и не верили. Да? Правда? Это правда. Вот. Наверное, если мы расскажем нашим жителям, нашим украинцам о том, что в Украине есть действующие компании со 150-летней, с 200-летней историей, наверное, им будет немножко легче расслабиться и понять, что да, откладывать нужно, формировать свой капитал для третьего периода жизни нужно, но есть абсолютно надежные компании, не украинские, к сожалению, которые работают в Украине абсолютно на законных основаниях, в соответствии с законом Украины о страховании, и которым 150-200 лет. Надо расслабиться и надо посильную для себя сумму, которую мы определяем как 10% от твоего прихода, отложи. И ты на выходе получишь очень значительную поддержку для своего третьего периода. А деятельность этих компаний регламентирована законом Украины. Деятельность их на территории Украины. Совершенно верно, да. То есть есть закон, закон Украины о страховании. Получается, что, вот смотрите, гранды вошли в Украину в районе 2002 года. До этого они даже и не хотели входить в Украину исключительно по причине неготовности на законодательном уровне. Они тоже ведь понимают, заходя в определенную страну, они берут на себя обязательства, как я сказал, на 15, 20, 30 лет. И поэтому пока не отрегулировано именно законодательство, законодательная база, они даже и не входят. Поэтому да, был принят закон Украины о страховании. В нем обозначены интересы, прежде всего, вкладчиков, о том, что компании страхования жизни, они не могут даже обанкротиться вот по своей сути. Да, есть покупки, есть поглощение со всем портфелем, со всеми обязательствами. Что они могут? Вот у нас же люди говорят, вот они уйдут с рынка украинского, и все. Вот, закон Украины о страховании говорит о том, что если какая-то компания, вот она вдруг разочаровалась в украинском рынке и решила выйти из него, она не может просто покинуть его. Для того, чтобы выйти, она обязана свой портфель клиентов, обязательств передать другой страховой лайфовой компании, компании по страхованию жизни. И такие события в Украине, уже в истории, в новейшей истории Украины уже были. Компания ТАСС, допустим, выкупила голландскую компанию Aegon, которая почему-то решила, что ей, допустим, в Украине, скажем так, имеете в виду украинское отделение? Да. Украинскую часть. Дочку, украинскую дочку. Потому что для того, чтобы вести бизнес в Украине, по закону, опять-таки, Украины, иностранная компания не может здесь присутствовать напрямую. Она обязана укрывать украинскую дочернюю компанию. Все хорошо. Клиенты были одной компании со всеми обязательствами. С теми же условиями договора, которые они выбирали, конечно. На первоначальном этапе, они остаются с этими же условиями. Да. Как правильно, люди очень мало об этом знают. Я понимаю, что это дело времени, да, вы сказали, но как правильно выбрать компанию, человек слушает и говорит, да, вот я начну накапливать, или я пойду в банк и там что-то положу, да, в чем разница, во-первых, банковского накопления и накопления в страховой компании лайфовой, и как правильно выбрать? В принципе, создать капитал можно и в банке.
мы опустим тот факт, что в Украине за последние 5 лет порядка 120-130 банков обанкротились. Мы опустим этот факт. Окей. Мы, допустим, выбрали какой-то надежный, хороший банк. Да, на сегодня будет невысокая процентная ставка, потому что, скажем, ну, банки с хорошим иностранным включением, Raiffeisen Naval, OTP, ING, все дают сейчас по гривне 6-8%, совсем небольшой. Да? Но опять-таки, в чем отличие банка от лайфовой страховой компании? Все-таки банк, он хорош для каких-то краткосрочных задач. Если мы говорим о необходимости создания для себя резерва, от которого ты будешь, вот от этих денег ты даже себя немножко отгородишь. Хочется забрать, хочется, где какие-то, все равно будет там свадьба, будут ремонты, да, будут машины, будут поездки. Всегда есть какая-то такая вот, хочется вот, угу, засунуть ручку и забрать свой депозит и потратить его на, казалось бы, что-то более быстрое, более близкое. Но ведь мы же говорим о создании резерва на третий период, да? Этим деньгам нужно в спокойной, неторопливой атмосфере под не очень высокий процент. Потому что все, кто предлагает высокий процент, это значит, компании рискуют твоими деньгами. Не нужно. Хорошая лайфовая компания иностранная на сегодняшний день предлагает годовых 12-18%. Этого, я считаю, достаточно, если деньги смогут побыть в компании, как мы сказали, 15, 25, там, 30 лет на выходе, ну, очень, угу, хорошие суммы. Угу. Очень хорошие Еще суммы. Один очень важный вопрос. Появляются ли в Украине мудрые работодатели? Есть хорошие компании за рубежом, их много, которые платят за своих сотрудников вот эти самые страховки, и человек, собственно говоря, получает пенсию от государства, еще получает пенсию от своей компании, если он честно и много лет в ней трудился. Есть ли в Украине такое? Есть, есть, Елена. Спасибо огромное, что вы вспомнили об этом, потому что действительно, ведь западные компании, работающие в Украине, они прежде всего к этому привычны, им не нужно рассказывать, что это такое, и для них это инструмент дополнительной мотивации своих талантов. Угу. Тех сотрудников, которых они хотели бы удержать, с одной стороны, а с другой стороны, скажем, те производственные компании иностранные, которые ведут здесь бизнес, тоже понимают. Не дай бог, что с сотрудником, несмотря на все там условия гигиены труда и 5-10, выплата должна быть от кого? То есть не от себя, а должна страховая компания. Поэтому да, иностранные компании, работающие в Украине, гораздо охотнее для своих сотрудников берут такие программы. И действительно, часть этих программ позволяет создать то, о чем вы, Лена, как раз и сказали, еще один источник вот той пенсии, на, при выходе человека. Пока, да, только иностранные, да, к сожалению. Да? Украинские подтягиваются. И, может быть, сейчас даже где-то уже какой-то такой вот наступает почти переломный момент. Но это же третий этап реформы. Третий этап реформы – это уже обязательное страхование. Да? Работодатель, да, обязан будет страховать, да, своего сотрудника. Да. Когда это наступит, мы не знаем. Мы не знаем точно, да. Но я прекрасно понимаю о том, что скажем так, в законодательном поле сейчас ведется активная работа. Юристы работают над этим. И, ну, это логично, это подтверждает путь Украины в Европу, в мир. Угу. Вот так это принято. Угу. То есть это как бы ничего такого особенного. И это снижает колоссально нагрузку от государства о защите человека как раз вот в этом третьем, угу, периоде. Давайте. То есть давайте резюмируем, заканчивается наше время. Что получается так? Помоги себе сам на тот третий этап жизни, который мы называем пенсией. Да? Да. Страховики называют это третьим этапом, отдыхом, да, так сказать. Отдыхом. Получается, помоги себе сам. Помоги себе сам. Разберись, свяжись с теми людьми, которых ты уважаешь, которых ты знаешь. Они подскажут, они предложат варианты, и из этих вариантов уже выберите то, что будет приемлемо для вас, для конкретного человека. Ну или продолжать верить в солидарную систему. К сожалению, там у нас уже вариантов не осталось. Дефицит пенсионного фонда уже в прошлом году перевалил за 150 миллиардов гривен. То есть в некоторых городах потихонечку начинается расформирование пенсионного фонда, если такая информация. 1497 гривен с 1 декабря повышение пенсии нам анонсируют. Не спасибо. Тут, как говорится, no comment. Спасибо, да, за участие, спасибо за то, что разъяснили нам некоторые моменты. Спасибо большое, Лен. Приглашайте.